Апошня навіни Гомельщини у матеріалах кореспондента у телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Гнатенко. Доброї раниці. Сьогодні організація системи ААН у Білорусі і Гомельський обласний виконавчий комітет у громадсько-культурному центрі проведуть шерах адукаційних і забавляльних мероприємств, які з'являються часткою безпрецедентного проєкту «Експрес ААН-70» у Білорусі, спеціального техніка ААН. Ініціатива приміркована до святкування 70-годдя з дня заснування Організації Об'єднаних Націй. Напередодні у Гомелі стартував заключний етап Олімпіади школьників «Союзної держави. Росія і Білорусь. Історичне і духовне одинство». Сьолета інтелектуальні баталії проводяться у 10-й раз. Уділ у їх приймають 34 команди з 23 регіонів Росії і усіх областей Білорусі. Першим з офіційних мероприємств стала громадянсько-патріотична акція для меморіального комплексу на Алеї Героїв. Місце обрано не випадково. Яно ще раз підкреслює, що Росія і Білорусь мають агульну історію і перемогу. 70 годов тому наші народи, змагаючися разом, здолілі побороть фашистську погрозу. Мітинги у складанні квіток символізує необхідність заховувати пам'ять об минулим і мирне небо для нащадків. Ця Олімпіада, вона зближає нашу молодь. Ребята, участвуючи в цих мероприятиях, якраз мають можливість обмінюватися не тільки своїми знаниями, умениями, своими талантами, что есть. Но плюс ко всему, там на этих мероприятиях завязывается дружба между ними. Они начинают общаться, приезжать в гости как в Россию, так и в Белоруссию. Урочистое открытие 10-й юбилейной Олимпиады школьников союзной державы отбылось в Гомельском областном громадско-культурном центре. Символично, что первая у 2004 года так само проходила у городе над Сожем. За 10 год споборництвы ладились в Москве, Смоленску и Полоцку. С каждым годом популярность Олимпиады растет, поширается география удельников. Зараз змагаться за перемогу будут больше, как 200 школьников с 23 регионов России и всех областей Беларуси. Конкурсная программа будет проходить с 27 по 30 кастрычника. Яна продугледжвая два обовязковые туры. Это комплексная работа по русской мове и литературе и творчие конкурсы, которые включают риторичное майстерство, лингвистичную викторину и выразное литературное читание. Выники Олимпиады подведут 31 кастрычника на официальной церемонии закрытия. Неколи яны квітнели, а зараз ад їх не засталося і следу. Некаторыя вёскі зніклі з карты Гомельшчыны па прычыне Чарнобыльскай катастрофы, іншыя перажылі сваіх гаспадароў. У Ельскай раённай цэнтральнай бібліятэцы з мэтай захаваць памяць аб мінулым дзейнічае экспазіцыя рушнікоў, якія маюць дачыненне да загінуўшых вёсак. Наш карэспандэнт Дмітрый Котаў вырашыў азнаёміцца з прадстаўленымі экспанатамі. Рушнік захоўвае памяць аб нашым мінулым. Гэта універсальная рытуальная рэч, якая супроводжала людей от народжения и до конца життевого шляху. Традиционно узор на святошном рушнику рассказывал историю семьи. Был призван оберегать своих господаров. Тканное полотно объединяло разом несколько поколений. Менавито тому ему надавали сакральное значение. Сегодня у Ельской коллекции можно сустреть самые разностайные по своим походжанням и символице рушники. До речи, дякуючи необыяковым жыхарам района, колькость этих предметов у экспозиции постоянно повеличивается. Люди узнали о нашей такой прекрасной идее, и они до сих пор несут свои вышивки. У кого-то осталось от бабушки, у кого-то от мамы. И вот они несут, чтобы не пропала память о этих людях. Дело в том, что деревни с каждым годом исчезают. Если не по причине катастрофы какой-то, как Чернобыльская АЭС, то просто потому, что вымирают люди в этой деревне. Поэтому мы берем все работы, которые нам приносят. Сапраўды, вёскі, як і людзі, нараджаюцца, жывуць і паміраюць. І, здаецца, гэты працэс незваротны ў наш час глабальнай урбанізацыі. Моладзь пераязджае ў горад, і вёскі, у якіх дажываюць свой век усяго некалькі пенсіянераў, нікога ўжо не здзіўляюць. Менавіта таму вяскоўцы ў Ельскім раёне усімі сіламі імкнуцца захаваць такі для іх патаемны і вечна жывы куток далёкай гісторыі і старажытных традыцый сваіх землякоў. Мне очень приятно. Приятно, что собраны вот такая коллекция уникальная. Прихожу сюда с детьми, с внуками, рассматриваю старые фотографии, рассматриваю вещи, вспоминаю, многих знала жителей деревни. В этих узорах осталось тепло рук людей, которые жили и еще проживают, может быть, разбросаны по всех уголках нашей страны. Но, тем не менее, вещи напоминают о них.
Это уникальная коллекция. И хочется приходить сюда еще, тем более, что она пополняется, собирается. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район. Упершыню у Беларуси у гэтым годзе на республиканском узроўні был проведены конкурс «Библиотека. Центр духовной освяты и выхавання». Диплом за першае место отправился менавіта у Гомель. На суд журы было представлено амаль 180 прац з усёй краіны. Их оценивали у 4 номинациях, у тым ліку духовно-моральное выхаванне дзяцей и молоді. Пераможцам у гэтай категорії признана сетка публічных бібліотек Гомеля. Амаль ва ўсіх яе установах наладжана супрацоўніцтва з прыходамі гомельскай єпархії. Сумесными намаганиями проводятся тематичные фестивали, конкурсы, выставы и встречи со святарами. При этом сотрудники библиотек находят эффективные методы работы с всеми категориями наведвальников. Вы знаете, в духовном просвещении важна сама форма подачи материала. Здесь назидание, как правило, не всегда воспринимается современной публикой молодежи. И, конечно, совместно вместе библиотеки и священнослужители ищут те формы работы, которые будут наиболее интересны и на которые будет откликаться и молодежь. Апошні выязны матч подарыў балельшчыкам футбольнага клуба «Гомель» надзею. Магчыма, яшчэ не ўсё страчана, і клубу ўдасца захаваць прапіску ў эліце. Усяго 2 ачкі адставання ад Віцебска. Таму на хатні матч са Слуцкам каманда выходзіла як на апошні бой. Напружанне на стадыёне «Цэнтральны» адчувалася амаль фізічна. Вось толькі і Слуцк прыехаў у Гомель выключна за перамогай. Ім таксама трэба было захаваць свае пазіцыі і не вылеціць з вышкі. Для гамяльчан да таго ж асаблівае значэнне меў паядынак у Салігорску, дзе мясцовы «Шахтёр» прымаў «Віцебск», бліжэйшы да зялёна-белых па турнірнай табліцы клуб. Забягаючы наперад, раскажам, што віцебчані ў гэтым туры ачкоў набраць так і не змаглі. Але Гомелю ўсё роўна трэба было спадзявацца на ўласныя сілы. На жаль, стартавы адрэзак матчу прайшоў пад упэўненым прэсінгам гасцей. Слуцк сістэматычна падбіраўся да гомельскіх ворот и на 30-й хвилине Якуба Бамба открыл лик у гэтым матче. До перапынку гамяльчане протрымаліся, але другого гола выратоваться не удалося. Лепший бомбардир Слуцка Ягор Зубович записал у свой актив 8-й гол у чемпионате. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками. Проблема в том, что видно было, ребята уставшие, нет желания, нет страсти, хотя по глазам видно, что хотят, а физиологию, анатомию ее не обманешь. Поэтому сложно пока играть ребятам против одетых, обутых, накормленных и состоявшихся футболистов. Тренерский штаб Гомеля кинулся выкарыстовывать усе замены, как только надать свежести гульни. Але гости вырашили узбадерить суперника по-своему, закатить третий гол с пенальти. Апошнюю надею на перемогу знищил Синин Сибае. Лыжкой меду стал гол Максима Санца на 89-й хвилине. Это, до речи, был первый гол 18-годового нападающего Гомеля у высшей лизе. Вот только отыгрываться было уже поздно. Слуцк заробил свои очки. Ребята очень ответственно подошли к игре. Учитывая важность этой игры, считаю, победа абсолютно заслуженная. На протяжении всего матча контролировали ход игры. Единственный небольшой осадочек остался от пропущенного в конце гола. Но это не самое главное. Главное, что мы сегодня выиграли, добыли 3 очка. Невеликий шанс застаться у Лизи у Гомеля еще есть. Наступный матч команда проведет в субботу, 31 кастрышника у Мазыры, супроть мясцовой Славии. Ольга Вальченко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». И это был апошний сюжет выпуску. У студы працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго дня. До новых встреч в эфире.